В прошлой лекции посмотрели, что такое сверточные нейросети, определили их, посмотрели на основные операции внутри них, быстро очень приближались по основным архитектурам. Вы, насколько я понимаю, начали с ними работать. А сегодняшнюю лекцию посвятим тому, чтобы посмотреть более подробно на то, что происходит внутри сверточных нейросетей, как устроены они изнутри, как они реагируют на разные картинки, максимально постараемся повизуализировать, что происходит внутри, и поговорим о том, как еще можно использовать то, что нейросети, сверточные нейросети внутри себя подсчитывают. Вот, то есть, в общем, вся лекция посвящена тому, чтобы лучше понять, что такое сверточные нейросети и как именно они достигают таких хороших результатов. Первый способ визуализировать, понять, как работают нейросети и что там внутри происходит, это посмотреть на то, что они делают хорошо и что они делают плохо. Это можно делать разными способами. Самый простой – это просто посмотреть, скажем, на задачи классификации. Если взять сверточную нейросеть, обученную под классификацию изображений, на каких классах она будет работать хорошо, на каких классах она будет работать плохо. Это то, что происходит, ну, то, что как вы делаете, люди это делают. Вот на этом слайде как бы короткое summary. Классы, на которых сеть срабатывает всегда хорошо, правильно говорит, что на этой картинке такой-то класс, они в верхней половине слайда. Классы, на которых она очень часто ошибается, путает их с другими классами, в нижней половине слайда. Вопрос, значит, что отличает верхние классы от нижних классов? Вот, это, наверное, открыто для интерпретации. Ну, да. Человеку тяжело понять, что сейчас. Ну, на самом деле нет. Если мы посмотрим, например, на класс, значит, да, гипотеза прозвучала в аудитории, что это объективно сложные классы для биологических нейросетей, по крайней мере, тоже, человеку тоже сложно понять. На самом деле не совсем. Например, вот если посмотреть на этот класс, крючок, да, крюк, хук, в принципе, его несложно человеку. Наверное, тяжелее паттерны какие-то выделить. Например, фонари бывают разные. Выше уже как-то представлено, можно там обычные фонари. Ну, на самом деле, это немного тест Роршаха, но, в принципе, можно сказать, что сверху особенно много классов, которые характеризуются какой-то особенной текстурой, текстурой шерсти или каким-то окраской животного, а снизу классы, много классов, которые характеризуются трехмерной формой. Например, вот этот класс крюк, он характеризуется трехмерной формой. Это то, что человек, в принципе, очень неплохо определяет, а нейросети выучивают плохо. Или класс типа лупа. Значит, луп тоже у него характерная форма, которую человек хорошо определяет, но лежать она может в разных местах изображения и быть повернута разным образом в трехмерном пространстве. Человек может ее держать там под углом как-нибудь. И нейросети сложно выучить подобный класс, который характеризуется не текстурой, а формой. Это отчасти подтверждается вот этой вот статьей, где они издевались над нейросетью следующим образом. Мы сегодня будем много издеваться над нейросетями. Значит, здесь такое синтетическое изображение порождается. Берется какой-нибудь класс посредине, например, там дымчатый кот, tabby cat. Не знаю, почему изображен рыжий. Вообще tabby это, по-моему, скорее дымчатый. Ну, неважно. Берется, значит, какой-то класс типа кот, и на него переносится текстура от другого класса, например, от индийского слона. Да? То есть мы берем, сохраняем форму, насколько это возможно, но при этом текстуру, то есть более низкоуровневую структуру изображения с даваемыми цветами и низкоуровневой статистикой переносим. Вот. И оказывается, что нейросеть классифицирует получившееся изображение именно как слона, а кошка она здесь в упор не видит, кошки нет даже в топ-3.
Для тех из вас, кто интересуется, что на втором месте, значит, это вот этот вот лемур. То есть, ну, то есть нейросеть форму, видимо, довольно мало полагается на форму, в данном случае полагается в основном на текстуру. Вот. И в целом дальше они в этой статье показывают, что если добавить в обучение подобные фейковые картинки и учить на них и говорить, что вот эта картинка тоже должна быть классифицирована как кошка, то картинка чуть меняется. На некоторых классах сеть начинает работать лучше, но на некоторых, соответственно, хуже, как всегда. В целом кажется, что по крайней мере на этом датасете, по крайней мере для этой архитектуры, но это верно для многих архитектур, для большинства архитектур, полагаться на текстуру легче, чем полагаться на форму. Вот, это полезно иметь в виду, если вы знаете, что ваша задача априори форма играет, трехмерная форма объекта играет большую роль. Зачем нужно объяснить то, что на границе как бы кнопка уже распознает форму уже? Видимо, с помощью, значит, сверточных операций, которые происходят в начале, ей гораздо проще привязаться к вот этой вот мелкой структуре, чем к глобальной структуре. Но у кошек, как известно, очень, очень сложная трехмерная форма, которая очень сложно меняется. Так, вот. Если мы хотим отчасти... в этой статье они предлагали подавать подобные изображения и говорить, что вот это вот такое изображение должно классифицироваться тоже как кошка. И это отчасти помогало. Кажется, в этой статье, я уже не помню, с каким результатом они классифицировали и... То есть они пытались, или в другой статье, кто-то пытался классифицировать Кани изображение с очень переменным успехом. Вопрос в чем был? Собственно, улучшится ли от этого? Если мы подадим в качестве еще одного канала Кани... Кани довольно... Кажется, это не очень сильно. Я, наверное, не поручусь, но мне кажется, что это не очень осмысленно. Вот, мы на самом деле объективно можем понять, что для нейросетей кошки сложнее, чем, скажем, так, подобные текстуры. Например, если мы будем учить нейросети, мы потом будем подробно говорить, синтезировать подобные изображения, то, скажем, синтез реалистичных изображений кошек — это там, самый сложный класс, это то, что до сих пор не решено. А синтез подобных текстур можно делать разными способами, и это работает хорошо. Маш, такой вопрос. У нас справа кажется человек, что изображена не кошка, а черт знает что. Нет ли смысла выделять на какие-то отдельные классы? Нет, на самом деле, я не знаю, насколько это хорошо видно в зуме, но, в принципе, на моих слайдах кошку видно довольно четко. То есть не видно, что... Видно изображение кошки... Ясно, что это не кошка, а какая-то обманка. Нет ли смысла выделять глаз каких-то странных штук? Наверное, можно придумать. Мы отчасти поговорим про систему, которая выделяет подобные как бы искусственные изображения в отдельный класс сегодня. Не знаю, нет. То есть, цель была скорее исследовательская и понять что-то про нейросети, чем придумать систему, которая наилучшим образом классифицирует кошек с неестественными текстурами. Поэтому, в общем, это открытый вопрос, как именно обрабатывать подобные изображения и как сделать так, чтобы от них была максимальная польза для классификации. А вот то, что нейросеть видит именно текстуру, это не связано с тем, что ей на вход подаются плоские картинки, а не... конечно, сказывается, если бы все наши кошки были бы в одинаковой как бы позе с одинаковых точек зрения, то, конечно, задача бы сильно бы облегчилась, и, наверное, тогда нейросеть бы больше привязывалась бы к форме, да, но этого у нас нету, да. А нельзя как-то
собирать нарезки из видео, чтобы на последовательных кадрах объяснять нейросети, что это все примерно одно и то же, чтобы она... Можно, можно, и это делается. И это делается... Обучение представлений из видео, unsupervised, это такая горячая тема. Есть свежие статьи на эту тему. Но, наверное, я бы хотел сейчас двинуться дальше, потому что... Ну, в общем, ваша идея работает, да. То есть нейросеть может подобным образом выучивать хорошее представление. Есть там свежая статья из лаборатории Эфроса на эту тему. Он даже про нее рассказывал на вот коллоквиуме, который недавно был. Можете посмотреть его доклад последний. Он как раз про это детально говорил. Ну и, в общем, статью тоже можно найти. Ну, обучение по искусственным данным, да, это большая огромная тема. Давайте сейчас в нее не успеем погружаться. Давайте двинемся дальше. Окей. Это что касается такого поверхностного анализа, где работает, где не работает. Теперь давайте пойдем как бы вглубь и посмотрим, что происходит внутри нейросети. Для этого мы будем смотреть на промежуточные представления. Что это значит? Значит, что мы взяли... какую-то картинку, погрузили ее в нейросеть, и дальше рассматриваем нейросеть не как не черный ящик, который нам что-то выдает, а смотрим на промежуточные активации, будем их обозначать как phi of x, phi от x, где x — это значит входное изображение. В частности, если у нас есть какой-нибудь слой номер i, то будем говорить, что это phi i от x. Да? Вот, и попробуем ответить на эти вопросы. Значит, что это за представление? Можно ли, например, по ним восстановить исходную картинку? Есть ли там какая-то избыточность? Можно ли их для чего-нибудь использовать? На последний вопрос самый важный ответ будет уверенный, положительный. Да, можно. А вот, значит, первым делом попробуем их повизуализировать. И самый, наверное, главный и полезный способ их визуализировать, потому что все остальные до некоторой степени искусственные, этот вот самый естественный, это посмотреть, на каких паттернах тот или иной, значит, тот или иной нейрон, та или иная сверточная карта активируется больше всего. Что я имею в виду? Допустим, мы берем первый слой, ну, тут может быть некоторое неоднозначное обозначение, допустим, phi 1 будет представление после первого блока, свертка плюс нелинейность плюс макс-пулинг, да? Хотя в данном случае это не очень важно, потому что нелинейность и макс-пулинг не меняет паттернов, на которые, значит, нейросети реагируют сильнее всего. Вот мы берем, значит, этот phi 1 от x, мы берем дальше, считаем подобные тензоры для всех картинок в нашей обучающей нейросети, нашей выборке, извиняюсь, нашей обучающей выборке. И дальше мы ищем для какого-нибудь t-того канала, да, берем какой-нибудь случайный канал номер t, и для этого t-того канала ищем, а на каких именно кусочках нашей обучающей выборки этот канал активируется сильнее всего. Вот. И что показываем, что показано здесь, вот в каждой группе, да, из 9 примеров показано, значит, 9 патчей размером с поле восприятия соответствующего нейрона, на которых мы видим максимальную реакцию, да, максимальное значение в наших тензорах. С одним ограничением, что мы всегда их берем из разных картинок, да, то есть, чтобы нам было интересно. Чаще всего там самые большие активации будут на одной и той же картинке, потому что в картинках много повторяемости. Ну вот, чтобы это как бы было более интересно, мы берем 9 максимальных активаций с условием, что они из разных картинок. Понятно ли, что здесь показано? То есть это кусочки из картинок. В каждом случае, значит, каждая девятка соответствует тому или иному случайно выбранному карте. В данном случае, скажем, если мы это, по-моему, здесь мы визуализируем, допустим, AlexNet, значит, у нас всего 100 карт, мы выбрали из них 9 случайных, для каждой из этих 9 случайных показали 9 максимально активирующих соответствующую сверточную карту кусочков из обучающей выборки. А можешь, пожалуйста, объяснить еще раз это что? Вот это argmax, maxv1.
Ну, то есть, еще раз, мы берем максимум по обучающей выборке, x из обучающей выборки, s. Ну, тут не принципиально, была эта выборка обучающая или это просто какой-то набор картинок. И дальше для... И максимум мы берем по всем пространственным позициям. То есть, p и q пробегают пространственные позиции. И t, значит, это карта, которую мы визуализируем. Мы ее берем случайным образом. И, значит, мы берем... Находим тот кусочек в нашей обучающей выборке, ту позицию в нем, которая дает нам максимальную активацию. И его визуализируем, просто берем, вырезаем из исходной картинки. Спасибо. Вот, это то, что будет после, для первого слоя, после первой свертки. Ну и мы видим, что это не очень интересно. Ну, грубо говоря, мы видим, что то, что мы здесь видим, это очень похоже на фильтры, которые вычисляют соответствующую сверточную карту. Да? То есть, видимо, там вот эта вот карта, я показываю, значит, нижнюю группу посредине. Все, скорее, это просто фильтр, который имеет большие значения для зеленого канала, то есть он находит зеленые места на изображении. Фильтр, там, не знаю, рядышком, видимо, ищет диагональные перепады из темного в светлое. Ну и, в общем, можно даже пойти на наши визуализации, на которые мы смотрели в прошлый раз, где у нас были все эти 100 фильтриков, и угадать, какой из этих 100 фильтриков дает нам соответствующие штуки. Значит, дальше начинается интереснее, когда мы переходим от первого слоя к более глубоким слоям. Вот это, например, то, что получается аналогичной процедурой на втором слое. Здесь мы уже визуализируем 16 разных случайных карт. И мы видим, что здесь уже интересно. Здесь появляется карта, например, который ищет что-то круглое, темное на светлом фоне. Да? После всего-навсего двух групп из свертки Макс Пулинга и нелинейности. Или карта, которая ищет темные вертикальные полосы на светлом фоне. Ну и так далее. Есть что-то простое, есть просто что-то, что ищет желтое. Вот. Но это уже интереснее, чем... То есть это уже более умные нейроны, чем нейроны первого слоя. Можно вопрос? Да. Да, да, да. Receptive field увеличивается, поэтому картинки, которые мы показываем, становятся больше. Это то, что происходит на третьем слое. Здесь уже совсем интересно. Здесь уже есть нейроны, которые, значит, ищут какие-то сложные текстуры, как слева вверху. И появился селфи-нейрон, который уже ищет людей определенного upper body, людей на определенном масштабе, да, внизу. Посередине. Давайте попробуем выключить свет. Сегодня будем много рассматривать картинки. И давайте рискнем, посмотрим, что получится. Так. Видно ли меня в зуме? Я думаю, что видно. Окей. Нам тогда в аудитории лучше видно слайды. Окей, идем дальше. Четвертый слой, пятый слой, уже такие совсем высокоуровневые нейроны. Появился, например, на пятом слое появляется нейрон, который ищет самые разные цветы. На четвертом слое уже видим нейрон, который ищет голову собаки. На пятом слое появился нейрон, который ищет... то есть появились нейроны, которые ищут очень много понятий одновременно. Там, скажем, явно есть нейрон, который ищет девушек, собак и машины. Что объединяет, непонятно. То есть не все не видим, что не все нейроны интерпретируемы в данном случае. Вот, но часть из них интерпретируема. Вот, значит, и то есть таким образом мы как-то получаем какую-то идею от того, на что наши нейроны реагируют. Следующая статья проводит такой более численный анализ того, что происходит. А именно происходит следующее. Мы берем ту или иную сверточную нейросеть, берем, прогоняем ее на разных изображениях, смотрим на разные сверточные карты, которые получаются на активации, на карта активации, которая получается внутри нейросети. Дальше эта статья берет большое количество
размеченных изображений. И где изображения размечены согласно разным классам. Например, есть там определенный датасет, где отмечены все разные семантические классы, типа отмечены все пиксели, которые принадлежат небу, или отмечены все пиксели, которые принадлежат автомобилям, или там дороге, или там траве и так далее. Берется еще некоторые датасеты, которые отмечены на, размечены на уровне картинок, и считается, что там, допустим, вся картинка принадлежит, не знаю, синему цвету, если как бы картинка размечена, что на нем преобладает синий. Или вся картинка принадлежит какой-то пятнистой текстуре. Дальше берется датасет, который размечен частями, на уровне частей объектов. И берутся, то есть берется такой как бы это, kitchen sink разных датасетов, то есть берем все подряд, все, что у нас есть под руками, и проводим анализ следующего рода. Мы берем ту или иную датасету, прогоняем все картинки из нее через сеть, которую мы анализируем, берем, допустим, определенную карту на определенном слое. Дальше берем 0,5% пикселей, 0,5% позиций, которые соответствуют максимальной активации этой карты. То есть, смотрим, на каких позициях картинки эта карта загорается сильнее всего. Получаем некоторый набор масок для всех картинок в нашем датасете. Многие из этих масок будут пустыми, потому что на данном изображении как бы нет ни одного пикселя, попадающего в топ 0,5%. На некоторых изображениях, значит, карта будет активироваться сильнее. Получаем подобные маски. И смотрим, насколько сильно эти маски соответствуют тому или иному понятию, размеченному на этом датасете. То есть, если датасет размечен на уровне, скажем, на пиксельном уровне, допустим, размечены вот, допустим, все пиксели, принадлежащие машине, да, то вот видим, что для определенной маска, то есть это 79-я карта в пятом сверточном слое, какой-то из нейросетей, кажется, AlexNet'а, вот оказывается, что очень часто, если мы вот посмотрим на маски вот этих вот 0,5% на максимально активированных пикселей, то они очень часто соответствуют пикселям машины. Вот, ну и чтобы как бы формализовать это очень часто, мы берем типичную метрику, которая применяется для, скажем, систем семантической сегментации, и мы говорим, что, значит, если у нас вот эта вот метрика больше, чем 0,04, это вообще очень низкий порог, но, то есть, как бы мы для анализа сгодится. И здесь мы берем эту метрику, называется intersection over union, то есть мы берем как бы пересечение между пикселями, размеченными как принадлежащими, допустим, машине, и пикселями, которые попали в топ 0,5% на наших картах, и делим на объединение этих пикселей. Окей, okay. Если это число больше 0,04, то говорим, что это совпадение не случайное, а тут, значит, что-то есть. Действительно, этот концепт так или иначе соответствует машинам, и говорим, что эта карта соответствует машине. Ок, и так берем по всем нашим датасетам, по всем понятиям, которые в этих датасетах размечены. И выводим статистику. То есть как много, то есть проводим такой анализ, говорим, что, допустим, в нашей нейросети на вот пятом слое 6 карт соответствуют понятию вода. То есть превосходит порог. Или там, не знаю, 3 карты соответствуют понятию самолет. А можно я уточню? Мы берем какой-то нейрон, ну вот, и смотрим, где он активируется или как? Да, именно мы смотрим, где он активируется, мы смотрим топ 0,5% активации этого нейрона. А intersection of union intersection... мы смотрим? Этого нейрона с чем-то? То есть мы, допустим, если мы хотим понять, соответствует ли этот нейрон понятию самолет, мы берем все пиксели, которые размечены в нашем датасете как принадлежащие самолету. Мы берем все пиксели, которые попадают в топ 0,5%, и дальше пересекаем эти множество пикселей, считаем количество пикселей, и объединяем эти пиксели, считаем количество пикселей, и делим первое число на второе. Если при идеальном совпадении мы... Которые соответствуют топ 0,5%, это как нейроны, получается, или это уже выход этих нейронов? Это топ 0,5%, это значит, ну, берем, берем,
Значит, у нас есть наши нейроны, которые соответствуют 79-й карте 5-го слоя нашей нейросети. Мы можем привязать их пространственно к определенным местам в картинке. Да? То есть, на самом деле, они, ну, у нас к 5-му слою у нас разрешение картинки становится гораздо меньше, но мы можем, значит, каждый нейрон в этой карте привязать, ну, грубо говоря, обратно домножить на какое-нибудь число, там, на сколько макс-пулингов мы к этому моменту сделали, сколько стрейдов сделали, ну, понять, где он лежит на исходной, какому месту исходной картинки он соответствует. Почему тут тогда такие круглые получаются? Вот штуки на выходе. Ну, они получаются как раз-таки грубые, потому что разрешение на 5-м слое очень-очень низкое. Я говорю круглые. Ну, круглые, скажешь... круглые. Ну, потому что, окей, это прием, некоторый прием визуализации, да, то есть мы визуализируем эти позиции, ну, грубо говоря, с помощью кругов. То есть мы берем наши бинарные карты на грубом разрешении и их интерполируем не nearest, а как там, не знаю, bilinear или там bicubic. И тогда получаются такие круги. Спасибо. Ок. Вот. И таким образом можем проводить анализ нашей нейросети, что они называют network dissection. Вот. Находить подобные юниты. Да? Например, вот этот юнит соответствует дороге. Вот. И тогда они могут выдавать такой dissection report, то есть выдавать для определенной сети, для определенного слоя, для разных понятий, размещенных на датасете, сколько карт им соответствует. Можно их нарисовать просто количество, то есть количество карт, которые соответствуют разным объектным классам, частям объектов, ну и так далее. А, наверное, для одной нейросети это как бы... Для один репорт это неинтересно, но их можно сравнивать между собой и делать из этого какие-то выводы. Ну, например, что они здесь делают, они берут AlexNet архитектуру, выученную на двух разных датасетах. Датасет, значит, карта слева соответствует ImageNet, карта справа соответствует датасету тоже классификационному, но не ImageNet, где классы соответствуют разным объектам, а Places — это датасет разных типов локации. Там, локация может быть там классная classroom, может быть локация там типа там зоопарк, может быть там локация типа не знаю, горы или там город, ну, такого типа. Там, значит, есть вот эти 205 классов. Это, на самом деле, сложная задача, она более сложная, чем ImageNet, по крайней мере, human performance на нем хуже, чем на ImageNet. Ну, в общем, это такой альтернативный класс с существенно другой, как бы, статистикой, семантикой классов. Вот, и они показывают, то есть в каждом случае мы показываем количество семантически значимых карт разного типа, типа объектных, типа частей объектов, сцен и так далее. А для нейронов на разной глубине сети. Что мы видим? Ну, например, мы видим парадоксальным образом, что хотя place, ImageNet — это про объекты, а places — это вроде как про сцены, но количество объектных, карт, которые скоррелированы с тем или иным объектом, типа там автомобиль или самолет, растет в целом быстрее и активнее для сети, обученной на датасете Places. Да? Но это потому, что, чтобы понять, например, что мы находимся с вами в классной комнате, то полезно искать объекты типа стул или объекты типа там whiteboard. Вот. И нейросеть, хотя она учится на уровне, то есть метки ей подаются на уровне сцен, она выучивает для того, чтобы принять мать решение внутри себя, как бы, детекторы объектов. Это, как бы, интересный, нетривиальный вывод, который можно сделать, глядя на эти графики. Или, например, что цветовые классы, да, то есть нейроны, которые скоррелированы с цветами, они, как бы,
их есть некоторое существенное количество в нижних слоях, а потом сеть выкидывает, забывает про эту информацию и на нее внимание не обращает. Да? Это мы видим по голубой кривой, как, ну, что она падает к более глубоким слоям в обоих случаях. Окей? Вот, можно посравнивать между собой разные архитектуры. Это то, что происходит на данном графике. Вот, тут есть как бы, ну, в целом есть определенная корреляция между, там, то есть, да, то, что здесь показано, это, да, как бы статистики для самых глубоких сверточных слоев в разных архитектурах, обученных на каждом, то есть на двух датасетах тоже, на Places и на AlexNet. То есть вот это вот сам, извините, Places и ImageNet. Это AlexNet, вот эти вот две. Это то, что было, соответствует крайним правым точкам на предыдущем слайде. Это архитектура, там есть два столбика, которые соответствуют VGG, два столбика, которые соответствуют GoNet и так далее. Но единственное, что надо иметь в виду, глядя на эти столбики, что количество карт в целом разное между разными архитектурами, поэтому какая-то архитектура может иметь больше значащих карт просто потому, что, ну, как бы всего карт больше. То есть тут вот наверху написано количество, полное количество, то есть сколько всего каналов есть на последнем сверточном слое в той или иной архитектуре. Вот, ну, то есть мы видим, грубо говоря, что ResNet объективно, грубо говоря, умнее, чем очень глубокий ResNet, получает более умные представления, чем, скажем, VGG и GoogleNet, он же Inception, потому что на нем не больше всего каналов, но при этом больше каналов, которые скоррелированы с какими-то тематическими понятиями. И при этом классификационная, ну, точность этого резонета тоже оказывается выше. То, что отмечено как supervised, это значит, это нейросети, которые учились на классификацию. То, что отмечено self-supervised, это разные виды AlexNet'а, которые учились на разные критерии, которые не предполагают использование меток. Мы про подобное обучение будем говорить в курсе, немножко поговорим об этом на следующей лекции. По крайней мере, я постараюсь это втиснуть. Это становится все более и более важной темой в глубинном обучении. И, значит, в следующий раз постараемся про это поговорить. В целом, на момент выхода этой статьи такие self-supervised сети, они как бы... У них их перформанс рос, но еще сильно не догонял supervised сети. С тех пор ситуация изменилась, и по-прежнему, грубо говоря, на задачи классификации ImageNet лучше всего работают сети, которые учатся на классификации ImageNet, но, скажем, в каких-то соседних задачах, то есть при переносе на соседние задачи, self-supervised сети начали потихонечку побеждать сети, обученные на классификацию с большим количеством меток. Окей. Давайте этот слайд я проскочу, потому что мы немножко выбились из графика, и пойду дальше. Ладно. Значит, какие еще у нас есть способы визуализировать, что происходит внутри? Ну, мы можем пробовать строить какие-то пространственные карты, чтобы понимать, как бы, как, то есть, что происходит с нашей нейросетью в пространстве. Ну, например, что сделано в этом месте, это мы пытаемся понять, какие именно места изображения позволили нейросети сделать вывод о том, что это изображение принадлежит тому или иному классу. Как мы это делаем? Мы это делаем следующим образом. Берем картинку, которая, например, правильно классифицирована нейросетью как померанский шпиц. Дальше мы берем этот серый квадратик и начинаем его перемещать по изображению.
И дальше мы визуализируем для каждой позиции квадратика относительный скор, относительную уверенность нейросети, что это изображение с этим квадратиком принадлежит померанскому шпицу. То есть мы вычитаем значение, которое, значит, вычитаем вероятность, которую эта нейросеть приписывает незакрытой картинке, на которой нет квадратика, и, значит, визуализируем подобную карту. То есть когда мы квадратик, скажем, кладем в этот угол, то получаем примерно там нулевое значение, что есть этот квадратик, что нет квадратик. Нейросеть предсказывает, что это изображение связано с померанскому шмитцу с одной и той же вероятностью. Мы видим, что когда, значит, наш квадратик закрывает морду шпица, то вероятность правильного класса резко падает. То есть это вполне себе разумно и ожидаемо. Вот. Видим, что в целом это характерная картина для нейросетей, по крайней мере, для подобных нейросетей обычных под классификацию, что нейросеть любит привязываться к каким-нибудь небольшим деталям изображения. Да? То есть в целом мы видим, что когда мы закрываем кусочки шкурки этого шпица, да, есть как бы какое-то небольшое изменение уверенности в том, что это шпиц. Но действительно, как бы очень сильно наше решение зависит от небольшого фрагмента, который содержит мордочку. Еще мы можем с помощью подобной визуализации ловить, как бы, где наша сеть, там, скажем, переобучилась, да, то есть, грубо говоря, мы видим, что нейросеть реагирует, когда мы классифицируем, как бы, колеса, нейросеть также принимает решение о том, что это колесо, также под влиянием каких-то характерных меток, разметок, которые, значит, попадаются на гоночных машинах. Вот. Не почему, я не думаю, что, как бы, есть какой-то глубокий смысл в том, каким именно квадратиком закрывать. Да, вопрос был, почему маска серая, а не черная. Синяя, значит, да, синяя, значит, отрицательная, то есть наш скор сильно падает, красный, значит, что наш скор возрастает. То есть в случае со шпицом мы видим даже, что когда мы закрываем кусочки шкурки, у нас даже на самом деле скор возрастает, да. Возможно, в этом случае она не падает, нейросеть не путает эту там породу с какой-нибудь другой породой, которая тоже есть в умичнете. Вот, мы видим, что... мы видим, что часто, что если закрыть какие-то кусочки изображения, то скор на самом деле в целом возрастает даже. Окей. Еще что можно сказать, что подобная визуализация, она интересная, но она очень медленная. Если мы хотим быстро его вычислять, то нам надо много-много раз прогнать изображение через нейросеть. Есть, кстати, какие-нибудь идеи, как это сделать быстрее, привязать решение нейросети к отдельным кускам изображения, понять, на какие куски изображения нейросеть опирается, классифицируя наше изображение, относя его к определенному классу. Может, просто порезать изображение, кусочки маленькие отдавать? Но это все равно нас потребует как-то прогонять наши... То есть вызывать нашу нейросеть много раз. Прогнать через половину сетки, получить фичу мапу потоньше и вот там закрывать. Да, можно. Нет, правильный ответ, один из правильных ответов, это, значит, посмотреть на градиенты сети по входным пикселям. Мы это можем вычислить за один бэк. За один forward prop плюс back prop. И мы можем посмотреть подобные активации. К сожалению, они оказываются не настолько красивыми, не настолько интерпретируемыми. Это то, что визуализировано на данных картинках. Да? То есть мы берем то или иное изображение. Берем, скажем, левое изображение. Оно относится к классу парусник. Берем в качестве нашего лосса вероятность или логит класса парусник,
и берем этот лосс и делаем как бы бэкпроп этого лосса через нашу нейросеть, получаем частные производные по красному, зеленому и синему значению каждого пикселя. И дальше берем это как трехмерный вектор и берем длину этого вектора. И вот длину этого вектора здесь визуализируем. Ну и видим такое... То есть надо понимать, что эти изображения очень-очень простые, да, то есть у нас как бы и парусник на простом фоне, это собачка на простом равномерном фоне, и там этот dragon fruit на простом фоне. И все равно как бы карты довольно-таки нечеткие. Ну, мы из них прям можем увидеть, вы, наверное... То есть те, кто из вас смотрит на экран, могут увидеть, что, например, мы относим изображение... Нейросеть относит изображение к классу парусник, не только основываясь не на, на парусе, на корпусе парусника, но и, скажем, на наличии, основываясь на наличии волн на изображении, что, в общем-то, ожидаемо. Вот, есть некоторая эвристика, которая позволяет получать более четкие карты. Она устроена следующим образом. То есть мы берем нашу нейросеть, и там, значит, когда мы делаем бэкпроп через релу активации, да, то есть правильное уравнение бэкпропа написано вот здесь, вот, да, то есть мы домножаем каждый градиент и на единицу для положительных активаций и на нули для отрицательных активаций. Вот. То есть мы копируем частные производные для положительных активаций и зануляем их для отрицательных активаций. Там, где у нас были отрицательные активации во время forward prop'а. Вот в guided backpropagation мы меняем, мы еще и зануляем те места, где... то есть мы еще зануляем все отрицательные активации. Все отрицательные частные производные. Все отрицательные частные производные мы меняем на ноль. В тот момент, когда мы делаем backprop через релу активации. Вот, ну, на это можно ввести какую-то теорию, почему это имеет смысл делать. То есть мы фокусируемся на как бы нейронах, с которыми как бы наш концепт положительно скоррелирован, и выключаем влияние нейронов, на которых он, значит, с которыми он отрицательно скоррелирован. И так или иначе, активации, то есть как бы визуализации становится четче. То есть, например, здесь мы берем там вероятность или там логит класса определенной породы собак, и при, значит, если мы посмотрим градиент при обычном бэкпропе по входу, получается какая-то каша, но там можно что-то разглядеть, знаешь, что там морда должна быть, но, в общем, довольно сложно. А при этом guided backpropagation визуализация получается более четко. А вот на градиенте не смещена мордочка, она смещена немного вниз. Да? То есть тут серый цвет. Нет, я не думаю, что здесь это, здесь это важно. Тут есть морда и отчасти, видимо, хвост, характерный для данной породы. Серый цвет – это нулевой градиент, а, соответственно, другие цвета – это отклонение от нуля для одного из трех цветовых каналов. Да. А что будет, если мы картинку будем по этому градиенту менять? Ну, наверное, кто-то... Да, про это мы поговорим. А Deconvnet – это некоторый, как бы, еще один способ делать бэкпроп через релу, который зануляет отрицательную активацию, но не зануляет те места, где у нас зануляет отрицательные частные производные, но не зануляет те места, которые имели отрицательную активацию при forward propagation. Окей. Хотя guided backprop, он как бы комбинирует эти две идеи. Окей. Это еще дополнительные визуализации, но я думаю, что мы тоже можем это проскочить. Вот, теперь переходим к следующей идее. Раз мы можем посмотреть на эти градиенты и чего-нибудь из этого сделать вывод, а давайте попробуем
использовать эти градиенты, чтобы получить картинки, на которые нейросеть реагировала определенным образом. И, значит, первый подход к снаряду – это мы просто берем картинку, инициализируем ее каким-то шумом, берем фиксированную нейросеть, берем определенный класс, который нас интересует, и начинаем, ну, например, в данном случае кажется, если я ничего не путаю, класс, который соответствует кубку, кап. Вот, и, допустим, мы хотим построить изображение, которое наша нейросеть с большой вероятностью будет видеть кубок. То есть мы берем логит класса кубок, берем его в качестве лосса, делаем forward prop текущего изображения, потом back prop, получаем градиент по входным пикселям и меняем наши пиксели, прибавляем к ним текущий градиент. И таким образом проводим оптимизацию. Единственное, что, чтобы получить красивые картинки, нам надо добавить какую-то регуляризацию с небольшим весом. Ну, здесь используется регуляризация, которая говорит, что перепад между соседними пикселями не должен быть слишком большой. Вот. Решаем подобную оптимизационную задачу с помощью градиентного спуска. Понятно, да, что происходит? Еще раз. То есть мы можем инициализировать наше изображение каким-то случайным шумом, пропустить его через нашу нейросетку, получить вероятность того, или логит, логит, значит, перед тем, как мы нормируем выходы нейросети, значит, посмотреть на логит класса кубок, взять его в качестве лосса, ну, то есть посчитать, грубо говоря, частные производные этого логита по входам с помощью backpropagation. Дальше, если мы берем и добавим к нашим текущим значениям этот вектор частных производных, то наша сеть будет, то есть наша сеть станет сильнее видеть в данной картинке кубок. То есть мы учим картинку по сети, да, то есть мы строим картинку по текущей сети. Вот, но чтобы у нас получились не слишком как бы, чтобы наши картинки были бы интерпретируемыми, они просто, ну, если не накладывать регуляризацию, получится какая-то совсем каша, в которой сложно что-то разглядеть, но в которой наша нейросеть будет очень сильно видеть кубок. Поэтому, чтобы была не каша, а что-то красивое, мы добавляем небольшую регуляризацию. Градиент этой регуляризации будет, по сути дела, когда мы его будем вычитать, то он будет обратно сглаживать разницу между соседними пикселями. То есть он будет, грубо говоря, каждый раз вычитание этого градиента будет соответствовать тому, что мы берем нашу картинку и сглаживаем. Да. Что значит y0? Y0 — это номер класса, который нас интересует. То есть y обычно, по крайней мере, в этой лекции это номера меток. Спасибо. А x — это у нас картинка? X — это картинка, да. Спасибо. Вот. И делаем такую оптимизацию. Например, для класса кубок получаем вот такое вот изображение. Вот, давайте в угадайку, кто знает, что это за класс? Павлин. Нет. Страус? Нет. Павлин? Страусы впереди. Гусь? Да, это гуси, это серый гусь. Видим, что гусей как бы очень много, он не один, и это как бы характерное поведение. Ну, вот это что за класс? Пирожки. Нет. Это то, что вы видите чаще пирожков в своей жизни. Вот. Что-что? Клавиатура. Да, это класс клавиатура. А что-нибудь вы здесь можете разглядеть, кроме клавиатуры? Пирожки. Пирожки. Нет, это... какое-то творчество мука. Нет, а сами там, ну, те, кто пришли, те, кто героически пришел на лекцию очно, как бы им хуже видно. Вот. Но там, на самом деле, там очень четко просматривается наверху мышка, которая часто находится рядом с клавиатурой. И это о чем говорит? Это говорит о том, что наша нейросеть на самом деле немножко приобучилась, да, то есть она, если вы показать изображение, где не будет клавиатуры, она будет только мышка, то все, скорее, у нее будет повышенная вероятность клавиатуры. То есть она выучила эту корреляцию между мышкой и клавиатурой. И это не факт, что это хорошо. Вроде логично, где мышка, там где-то рядом клавиатура.
Ну, это философский вопрос, надо ли это называть переобучением или нет. Ну вот, по крайней мере, мы этот феномен можем поймать с помощью подобной визуализации. Дальше играем. Нет. Такса. Нет. Но ближе, чем гепард. А? Корова. Нет. Долматинец. Долматинец, да, правильно. Вот, последний. Блин, картина Роршаха. Ну, они все картины Роршаха, это нет, нечестно. Это класс из Мюнхена. Нет. Страус, это Страус, да. Окей, на самом деле вариация более продвинута на эту тему. На самом деле там она отличается другим регуляризатором, тем, что мы перед тем, как, ну, то есть, грубо говоря, шевелим изображение, шевелим градиенты, это соответствует, на самом деле тоже соответствует сглаживанию. И да, предыдущие картинки, они максимизировали вероятность, а эти картинки максимизируют логиты. Ну и главное, что здесь взята более умная, более глубокая нейросеть. Там была AlexNet, а здесь Inception какого-то там V1 или V2. Поэтому картинки получаются более красивые, можно сходить по этой ссылке, там будет еще больше красивых картинок. И опять-таки в этой статье тоже, ну, то есть в этом блоге, в этой записи блога показана, например, корреляция между, значит, тут класс гантеля, dumbbell, видим, что кроме гантеля еще как бы начинают приступать какие-то мускулистые руки. Вопрос. Да. А вот оптимизация, она сходится к какой-то картинке или всегда к одной, или по-разному? А, да, нет, она, в смысле, она, это будут разные локальные минимумы, и они зависят от начального шума, с которым мы стартуем. Кстати, это тот редкий случай, когда вы можете использовать не, там, скажем, Adam, а какой-нибудь метод второго порядка, типа LBFGS, который, скажем, в PyTorch реализован, то есть квази-ньютоновский метод, и он здесь уместен, потому что это не стохастическая оптимизация, да, то есть вы оптимизируете по картинке, вы ничего не сэмплите из вашего датасета, поэтому можете использовать. Иногда это работает чуть лучше, чем Adam. Вот. Следующий шаг. И это бурно расцветшая нынче тема adversarial perturbations. В чем она заключается? Значит, в предыдущих экспериментах мы генерировали картинку с нуля. Теперь мы возьмем какую-то фиксированную картинку X, и будем учить добавку к ней, добавку R, так, чтобы, во-первых, эта добавка была бы поменьше, то есть как можно меньше отклонялась от нуля, а во-вторых, максимизировала бы вероятность или логит определенного класса после того, как мы ее добавим к X. В остальном все остается так, точно так же. Мы берем, значит, каждый раз берем back, то есть пропускаем X плюс R, где R — это добавка, через нашу сетку, смотрим активации, дальше делаем backprop, получаем производные по R и меняем R. То есть мы для какой-то одной картинки вот эту вот... Да, мы берем фиксированный X, оптимизацию теперь проводим по R. Для готовой обученной сети? Да, сеть по-прежнему фиксирована, обучена. А X — это случайный шум тоже? Нет, X — это какая-то фиксированная картинка, осмысленная теперь, не случайный шум. R мы инициализируем нулем или небольшим шумом. Вот. И что происходит? Значит, что происходит, показано на следующем слайде. Здесь в каждом случае слева, в каждой тройке изображений слева исходный X, который, к слову, нейросетью AlexNet классифицируется правильным, уверенно, с большой вероятностью относится к правильному классу. То есть это... у нас школьный автобус, фазан, пирамида, колонки, богомол и какой-то мопс, кажется, или что это, кто это. Вот. Справа в каждой тройке изображен X плюс R, посередине изображен полученный в результате оптимизации R, увеличенный в 10 раз. Серый — это 0,
10 раз мы увеличиваем, потому что иначе мы не увидим. Ну, то есть видно, что как бы слева и справа почти одинаковое изображение, разница между ними будет очень, очень серенькая, и поэтому для визуализации мы увеличим, умножаем на 10. То есть мы видим, какую добавку была выучена, какая добавка была выучена. Вот, и, значит, прикол в том, значит, что левое изображение все правильно классифицировано, причем с большой вероятностью, а правое изображение все классифицируются нейросетью как страуса. Да, и мы обучаем его под класс страус, да. А видим, что, значит, мы взломали, хакнули нашу нейросеть очень уверенно, да, и все они относятся к страусу тоже с очень большой вероятностью. Вот. Это так, то, что называется adversarial атака. Не знаю, как состязательная атака. Нет, противо... Как это? Злоумышленная атака на нашу нейросеть. Это простейшая, что называется, white box атака. White box означает, что веса нашей нейросети были в нашем распоряжении. Бывают black box атаки, когда нам нейросеть недоступна, но мы пытаемся построить ее модель или берем какую-нибудь другую нейросеть и говорим, что будем использовать градиент от другой нейросети и строить атаки. Значит, я не буду глубоко очень погружаться в эту тему, она как бы людей очень интересует, про нее выходит много статей, придумываются новые способы всяких разных black box атак, white box атак. Типичная статья в этой теме, это мы придумали какую-то новую атаку, которая работает хорошо, и нейросеть обманывает, и значит, дальше придумываем какую-нибудь защиту от этой атаки, как наша нейросеть надо поменять, или как процедуру использования нашей нейросети надо поменять. Ну, например, там, не знаю, от этой атаки можно защититься, если мы на вход будем подавать какие-нибудь размытые изображения, то есть перед тем, как классифицировать изображение размором. Или если мы будем нашу нейросеть учить априори, имея подобные атаки в виду, да, то есть мы в процессе обучения будем строить подобные атаки и говорить, что эти атаки не должны сводить нашу нейросеть с ума. Это можно сделать, это увеличит до некоторой степени устойчивость нашей нейросети к подобным атакам, но при этом снизит ее точность классификации. Вот, то есть это большая тема. Я вот сегодня перед лекцией спросил, диалог такой, зачем вы это делаете, значит, зачем нам сотая статья на эту тему? Ну как же это суперважная тема, а то вы сделаете автомобиль, кто-нибудь ему покажет что-нибудь, он решит, что там ограничение скорости там не 20, а 120, и значит, начнет творить ужасы. Вот, Витя говорит, что пока что они... В автомобилях у них есть как бы более насущные проблемы. По-моему, все люди, которые работают с autonomous driving, в целом пока, ну, то есть, грубо говоря, надо, чтобы машина не сходила с ума, если там масло разлито или там кто-нибудь что-нибудь насыпал на проезжей части. Но, тем не менее, это, значит, активная тема для исследований. Да. Если я, допустим, вот это сделал с резнетом, потом взял, обучил еще один резнет, только с другой инициализацией. Да, то есть вопрос... вопрос был о том, насколько эти атаки обобщаются с одной нейросети на другую. Да, до некоторой степени обобщаются. То есть если у нас есть конкретная сетка в распоряжении, то это лучше всего, она сильнее всего подвержена атаке. Но если мы возьмем атаку, посчитанную для одной сети, применим к другой, мы увидим, что значит, ну, вероятность страуса тоже повысится. Нет, не обязательно. То есть эти изображения, они объективно более страусины. Но если посмотреть на эти добавочки R, у них, значит, есть какие-то такие характерные паттерны страусообразные. Вот. Последнее, что я скажу, наверное, про adversarial... Ну, нет, не последнее, но, значит, важное. Прежде чем мы все возгордимся о том, что какие, значит, у нас... Какие мы умные... А нейросети глупые, важно понимать, что это не так. То есть есть как бы много, значит, людей, которые придумывают визуальные иллюзии, есть, значит, люди, которые эти визуальные иллюзии изучают, и человеческий мозг, человеческое зрение тоже вполне себе подвержено подобным атакам. Проблема в том, что как бы это black box атаки, да, то есть мы не можем делать бэкпроп через человеческий мозг, поэтому
мы не можем настолько же легко подобные картинки генерить. Но они существуют. И как бы многие из них мы знаем. Вот, оказывается, что есть картинки, которые обманывают и человеческий мозг, и нейросеть. То есть вот изображение, которое значит, и человеку кажется похожим на немецкую овчарку, и нейросети кажется похожим на человеческую овчарку, и посчитана она путем adversarial атаки на, значит, изображение сиамской кошки. Да. На самом деле это, да, слева сиамская кошка, немножко растянута по вертикали, а справа, значит, что-то, что при рассматривании на нормальном экране очень похоже на немецкую овчарку. При этом разница — это тоже какое-то небольшое пестрое изображение. Вот. Дальше, и тут еще, значит, тут в этой статье посчитаны интересные паттерны с помощью хитрой оптимизации эволюционной, которая тоже нейросеть уверенно относится к тому или иному классу, там, типа, например, королевский пингвин, или это вот паттерн слева, электрическая гитара — это паттерн справа. Все эти паттерны — это некоторые композиции гармонических функций, гауссианов и полиномов. А интереснее как бы следующее, что они в этой статье, они, ну, это одна из первых статей, которые, значит, они исследовали, как защититься от подобных атак, и решили, давайте мы, значит, мы будем проводить такую атаку на сетку, которая классифицирует MNIST, и чтобы защититься от подобных атак, будем синтезировать подобные паттерны, которые обманывают нейросеть, добавлять их в обучающее множество в качестве 11 класса. И посмотрим, правда ли, что обучение с подобным 11 классом сделает нашу сеть неуязвимой к подобным атакам, если мы таких паттернов нальем в этот 11 класс много-много-много. И выяснилось, что это работает очень плохо. То есть даже если мы это будем делать итеративно, то есть возьмем, найдем, синтезируем таких паттернов, добавим их в 11 класс, обучим нашу нейросеть на 11-классовую классификацию, все равно дальше возьмем учившуюся нейросеть, все равно мы сможем синтезировать много паттернов, которые будут ее по-прежнему очень хорошо обманывать. Если мы это проведем несколько раз, то каждый раз у нас будет получаться опять-таки находить обманывающие паттерны, которые выглядят не как какой-то шум даже, а как какие-то такие сигнальные, да, содержащие сигнал, крупный сигнал паттерны. Вот. Ну и причина, почему это происходит, давайте о ней поговорим, может быть, после небольшого перерыва. Так, давайте продолжим. Итак, почему же нейросеть наша так слабо реагирует на добавление этого 11 класса, на то, что мы туда льем новые изображения? Ну, ответ приходит, в частности, из этой статьи. Когда она появилась, люди очень всполошились, и эту статью много обсуждали. Задним умом, там, 4 года спустя она кажется совершенно неудивительной, но почему-то вот в 2017 году это казалось почти там революционным открытием. Оказывается, наша нейросеть имеет очень практически бесконечное capacity, то есть там, не знаю, в терминах размерности вапника Червоненкиса оказывается, что значит она очень-очень-очень велика. И вообще-то по machine learning theory она вообще не должна обобщаться. На самом деле machine learning теория оказывается непосрамленной в этом месте, и объясню почему. Но для начала, значит, что обнаружено в этой статье? Обнаружилось, что, в общем-то, нейросеть может зафитить любой датасет, в частности, если мы возьмем, например, датасет типа ImageNet, и, значит, у нас там есть миллион картинок с миллионами меток, а дальше мы возьмем и произвольным образом перемешаем наши метки. И начнем на этом датасете с перемешанными метками, перепутанными, учить нашу
наш датасет, нашу архитектуру, например, AlexNet. Выяснилось, что, оказывается, мы, если долго учить, мы дойдем до почти нулевого лосса. Почти такого же маленького лосса, как мы достигаем, когда мы учим нашу нейросеть на нормальном датасете с неперемешанными метками. Вот. То есть мы можем вписать, значит, мы можем зафитить и такой безумный датасет. Разумеется, что показано в этой таблице, когда мы будем тестировать подобную нейросеть, ее точность на holdout сети с правильными метками окажется равной, ну, одной тысячной, да, то есть, грубо говоря, как случайной, как и ожидалось, да, это соответствует чему? Соответствует тому, что у нас... ну да, что у нас вот эти вот топ-1 тест будет равен, ну, 0,1%, как полагается. А, вот, но зафитить мы наш трейнсет сможем. Вот, дальше. А мы полностью рандомим все метки или все-таки это создано? То есть мы... Нет, мы рандомим все метки. Нет, понимаешь, как бы если мы класс собака назовем класс павлин, то это не было удивительным, если мы просто переименуем классы. А здесь мы действительно просто перемешиваем метки совершенно случайно, и оказывается, что все равно можем зафитить. А, ну, на самом деле, никакого как бы... При анализе выясняется, что никакого как бы чуда нет, и разница-то есть, учимся ли мы на обычном датасете, на нормальном датасете или на датасете с перемешанными метками, и разница это в скорости сходимости, и она очень сильно отличается. А, то есть, если мы возьмем в качестве нашего как бы лернера нейросеть, которая фитится очень-очень-очень-очень долго, то у нее, да, размерность вапника Чебуренкинса оказывается очень большой, обобщаемость оказывается очень-очень маленькой. Ну так если мы наш, на самом деле, если мы нашу исходную нейросеть будем фитить очень-очень-очень-очень долго, не будем смотреть на эволюционное множество, не остановимся вовремя, то после очень долгого, значит, обучения она может тоже переобучиться и тоже плохо классифицировать. Это как нам и предсказывает... значит, machine learning theory. А если мы в качестве нашего лернера возьмем, скажем, нашу глубокую архитектуру, ограниченную n шагами оптимизации, то есть, то тогда она не сможет зафитить датасету с произвольными метками, и она, у нее появится хорошая обобщающая способность, она будет хорошо классифицировать. Вот. Здесь график показан для цифара. Скажем, синяя – это график обучения, график падения трейн-лосса на нормальном датасете цифаре, а красная – это график падения лосса на цифаре с перемешанными метками. И там он падает до нуля, но с совершенно разной скоростью. Ок. Но вот эта способность зафитить что угодно, ее надо иметь в виду. И она объясняет, почему, отчасти объясняет, почему наши нейросети так почему их нельзя так просто вылечить от adversarial атак, показав существенное количество adversarial примеров. Грубо говоря, потому что capacity слишком большая. Окей, идем дальше. Возвращаемся к генерации иллюзий для нейросети. Just for fun. Генерируем иллюзии, которые просто максимизируют активацию нейросети на определенном слое, промежуточном. Опять-таки с помощью backprop берем некоторый промежуточный слой и берем, строим сигнал, начиная с какого-то обычного изображения, начинаем строить сигнал, менять его так, чтобы максимизировать просто тензор активации на определенной глубине, получаем подобные психоделические изображения, то есть если добавить некоторые приемы с оптимизацией, получается совсем психоделические. На самом деле психоделические они, видимо, вполне себе в научном смысле, в том смысле, что как бы как некоторые психоделики работают, но они делают так, что у вас в мозгу там все нейроны начинают, не у вас, конечно, у людей, которыми балуются, все нейроны начинают, ну или многие нейроны начинают активно
реагировать. Ну, и там, или там, эпилептический припадок устроен по тому же принципу. Здесь мы, по сути, устраиваем наши нейросети, значит, такой эпилептический припадок, показывая соответствующее изображение. Окей. Теперь, значит, к более серьезным материям. Как можно использовать промежуточное представление, как, значит, является, есть ли у них какая-то польза. Польза есть, польза большая. Одна из этих польз заключается в том, что мы можем использовать их в качестве дескриптора произвольных изображений, даже не обязательно относящихся к тем классам, на которых, скажем, нашу классификационную сеть учили. Это было показано в том числе в исходной статье Крижевского. Они показывали, что давайте вот, значит, возьмем изображение и будем каждое изображение описывать как или вектор логитов, или, например, вектор активации на предыдущем слое перед логитами, да, на последнем, там, предпоследнем полносвязанном слое. То есть, таким образом, мы каждое изображение отобразим вектор тысячемерный, некоторый тысячемерный, нет, или четырехтысячемерный вектор, например. И давайте считать, сравнивать, использовать это как некоторый универсальный, ну, по-моему, в статье Крижевского они все-таки они смотрели на вектор логитов, то есть они каждую картинку отображали в тысячемерный вектор. Давайте теперь использовать это в качестве универсального дескриптора. В частности, возьмем некоторый, скажем, набор изображений и будем искать ближайших в этой, значит, с помощью таких тысячемерных дескрипторов. Да? То есть мы берем картинку со слоном во втором ряду слева, считаем ли это тысячемерный дескриптор, дальше смотрим, какие картинки имеют ближайшие тысячемерные дескрипторы в нашем большом датасете. Причем даже не обязательно, что слон, я не помню, входит ли он в число классов в этом ImageNet или не входит, неважно. На самом деле оказывается, что ближайшими оказываются картинки со слонами, даже если слон не входит в... Не входит в классы, на которых нейросеть обучалась. Ну, по-моему, нет, в этом у Крижевского, по-моему, мы просто брали последний слой до нормализации, то есть просто вектор логитов. Вот. В этой статье мы исследовали, как это применять для классов, которые точно не входят в ImageNet, а именно как искать похожие изображения похожих сцен или одной и той же сцены, сняты с разных точек зрения. Это такая стандартная популярная задача, которой мы тогда занимались. И оказывается, что это работает хорошо по меркам 2014 года. И слои, то есть 5, 6, 7 слои, это три полносвязанных слоя до классификации. Оказывается, значит, что они, оказалось, что они работают по-разному. И, скажем, ну, они работают ожидаемо по-разному. То есть, допустим, пятый слой лучше сопоставляет изображение на основе текстур. То есть, что показано здесь, мы берем эту картинку в качестве запроса и в некотором датасете, содержащем много-много изображений разных сцен, ищем ближайшие. На самом деле, картинка, которая содержит эту конкретную сцену, там одна, и она, значит, она помечена зеленым. И если мы будем сравнивать на основании дескрипторов пятого слоя, то, значит, зеленая картинка будет на первом месте стоять, если шестой, там, на шестом, а если седьмой, то, в самом деле, она не будет там в топ-6. Вот. Ну, там, для более там, высокоуровневых, например, этой ручки со львами и более сильным, значит, перепадом масштабов, то седьмой слой работает лучше. В среднем оказалось, там, что там для AlexNet работает лучше всего шестой слой, а там какая-то комбинация слоев работает не лучше, чем шестой. Это сейчас, наверное, уже не очень интересно. А? 4096. Дальше оказалось, при дальнейшем исследовании оказалось, что для данной задачи, по крайней мере, для подобных датасетов, лучше всего работают дескрипторы, которые делаются из последнего сверточного слоя. Когда мы берем последний сверточный слой, дальше применяем всякие разные нормализации и пулинги по всем пространственным размерностям. И тогда получаются такие компактные 256-мерные или там 512-мерные, на самом деле
256 или меньше, или там 128, потому что мы делаем PCA к более низким размерностям после пулинга. Вот, получаются хорошие компактные дескрипторы изображений, которые работают хорошо. Вот, в целом статей, которые исследуют использование таких глубоких дескрипторов как универсальных дескрипторов изображений, их вышло сразу несколько. В частности, там параллельно с нами эта группа, она пошла вшире, они взяли очень-очень много бенчмарков, которые компьютерное зрение накопило за как бы до диплернерскую эпоху, для которой каждый из этих бенчмарков были придуманы разные способы приготовить какие-то имидж-дескрипторы, часто очень специфичные к той или иной задаче. Это чем-то разные задачи. Есть задача классификации, есть задача, значит, нахождения похожих изображений, есть там, ну, в основном как бы эти два класса. Там, при этом как бы классификации на крупные классы, на мелкие классы, там типа там породы собак или виды цветов. И, значит, для них, для всех был какой-то свой state of the art. Для них люди строили ручные пайплайны, и оказалось, что для них, для всех, ну, грубо говоря, если суммаризировать, можно взять просто предобученный AlexNet, посчитать из него этот глубокий дескриптор, как-то его, может быть, там нормализовать правильным образом и получить state of the art, который лучше всего того, что для этого конкретного датасета, часто довольно даже сильно отличающегося от ImageNet, на котором AlexNet обучался, часто оказывалось, что все равно он работает лучше или не хуже. Если мы возьмем это как дескриптор и обучим на нем, скажем, метод опорных векторов или просто применим поиск ближайших соседей. Даже не дообучая до нейросети. Да. Вот. В этой статье показано, значит, произведено интересное сравнение между, значит, активациями, которые появляются в нейросети, и активациями, которые порождает визуальная кора приматов. То есть что здесь было сделано? Взяли двух бедных макак, воткнули в них электроды, причем как бы втыкали в два разных места, которые, значит, известны, ну, и соответствуют разным глубинам процессинга визуальной информации в inferior temporal cortex и V4 область визуального кортекса. Вот, я плохо знаю, значит, я знаю, что это как бы разные как бы этапы, разные слои биологической нейросети. И дальше значит, что происходило? Мерилась активность этих электродов на макаках, которым показывали подобные визуальные сигналы, то есть каждый визуальный сигнал содержал некоторый класс объектов на некотором случайном фоне. Ну, у нейросайентистов принято работать с такими картинками, они их считают интересными. Значит, чтобы декоррелировать объект с фоном, они используют подобные картинки. Вот, и для этих же картинок извлекались глубокие признаки из нейросети, предобученной на ImageNet, это совершенно другая картинка, совершенно другой тип картинок, и сравнивалось, да, и, значит, дальше на обоих типов признаков, извлеченных из, значит, из реальной макаки, из визуальной коры из этих макак, и на признаках, извлеченных из нейросети, учился гребневая регрессия, ridge regression, и выводились графики точности классификации с помощью ridge regression для разных лямбда, для разных степеней регуляризации. Ну, понятно, зачем, почему вводилось для разных лямбда, потому что как бы макак жалко, и делать валидацию на еще каком-нибудь отдельном макаке не хотелось. Ну, или там
Вот, поэтому, значит, строились всю кривую. Чем выше кривая, тем лучше, тем точнее. И сравнивались, значит, то, что, значит, сравнивалось в двух режимах, когда мы извлекаем 40 электродов и 80 электродов. И в обоих случаях, значит, мы берем 40 случайных нейронов или 8 случайных нейронов из полносвязанных, значит, из полносвязанных активаций внутри той или иной нейросети. И на тот момент, значит, брался AlexNet и брался победитель следующего ImageNet соревнования. Это сеть Зейлера и Фергуса. Она, в общем, похожа на ImageNet, на AlexNet, только глубже. И, в общем, она как-то не произвела революции, но она как бы лучше, но она сильно хуже, чем сети, которые были предложены в 2014 году, типа там BGG и Inception. То есть можно точно сказать, значит, что мы видим на этом графике, это то, что этот вот ZeilerNet, она выигрывает у Макаки. То есть Макака — это серый график, ZeilerNet — это зеленый график. И глядя на, значит, разницу между красным и зеленым, можно точно сказать, что повторить эти эксперименты для там, VGG или там, для InceptionNet или для ResNet, то кривая будет гораздо-гораздо выше. То есть оказывается, что нейросеть выучивает признаки, которые для подобной классификации, для картинок, которые довольно сильно отличаются от ImageNet, работают гораздо лучше, чем то, что удается извлечь из живой макаки. Окей. Это то, что происходит, когда если мы берем, фиксируем наши нейросети, смотрим на внутренние признаки. Но, как уже было верно замечено с мест, еще лучше удается использовать промежуточную активацию, если для новых задач, для которых изначально сеть не училась, если мы можем производить файн-тюнинг, если мы можем доучивать нейросеть под новую задачу. Это то, что называется transfer learning, да, то есть transfer learning — это по-русски перенос знаний, да, то есть мы учим нейросеть на одну задачу, где у нас есть много обучающих данных, например, классификация на ImageNet, а дальше переносим знания, которые получены в результате обучения, на какую-нибудь новую задачу, где обычно у нас есть меньше данных. И этот режим, в котором используется, в котором нейросети используются, наверное, более активно, чем в таком простом режиме. То есть почти всегда у вас в реальной жизни возникает какая-нибудь новая задача, на которой у вас обычно меньше данных, чем, скажем, данных, размеченных в ImageNet. Тем не менее, вы берете предобученную сеть и дообучаете ее под вашу новую задачу. Нет, не всегда на ImageNet, но ImageNet — это частый популярный выбор, потому что для него как бы есть много предобученных нейросетей. То есть, если есть какая-то задача из моей сферы, для которой есть предобученная, то лучше другую. Да, если у вас есть более релевантные задачи, на которых есть большой размеченный датасет и большие предобученные сети, то лучше выбирать более похожую задачу. Еще почти всегда ваша новая задача имеет какой-нибудь другой формат. Вряд ли она будет тысячеклассовой классификации, поэтому вам нужно обычно что-то поменять в конце нейросети. Ну, например, вы можете взять там последние два слоя, откинуть их из исхода нейросети и там заменить, там, или, допустим, добавить еще один, еще, допустим, вы добавляете еще два новых слоя, и последний слой — это если у вас классификация, то вы, значит, добавляете на выходе столько логитов, сколько у вас новых классов. То есть вы обрубаете конец предобученной нейросети и добавляете какие-то инициализированные с нуля слои. Это типичный паттерн использования. Конец — это то, что после сверток? Вы не обязаны это делать после сверток. Вы можете обрубить и какие-то сверточные слои. То есть на самом деле это зависит от того, сейчас мы немножко на это посмотрим, но это зависит от того, насколько ваша задача похоже, исходное и новое. Чем более они похожи, тем меньше вам надо, грубо говоря, обрубать, и тем меньше вам надо добавлять. Часто популярный выбор — это что мы, скажем, берем и обрубаем, переносим сверточную часть, а полносвязанную, скажем, добавляем.
и инициализируем с нуля. Вот. И дальше мы продолжаем обучение под нашу новую задачу. Да? В частности, вот в задаче, о которой я немножко говорил, значит, где мы искали, строили систему, которая позволяет находить изображение одной и той же сцены, которая довольно сильно отличается от классификации на ImageNet, да, то есть что мы сделали в этой задаче, значит, ребята пошли в Яндекс.ImageSearch, выкачали, значит, собрали датасет, который более релевантен данной задаче, а именно мы взяли там список достопримечательностей, намайнили, для каждой достопримечательности нашли там картинки в Яндекс, поиске Яндекса по картинкам, отфильтровали грязные классы и оставили только чистые, и у нас там получилось 300 относительно чистых, но они все были довольно грязные, как, кстати, и самый ImageNet. ImageNet, на самом деле, тоже очень грязный. Грязный в смысле, что много неправильных меток. Вот. И на этом 300-классовом маленьком датасете, там в каждом там, не тысяча, там меньше тысячи картин, то есть получился датасет, он получился сильно меньше, чем ImageNet. Мы на него дообучили нашу нейросеть и дальше стали использовать дескрипторы в этой дообученной сети для поиска похожих, и выяснилось, что, значит, ну, неудивительно, выяснилось, что подобная нейросеть, она выучилась находить изображение одной и той же сцены гораздо лучше. Скажем, мы протестировали на двух типичных бенчмарках. Первый, это называется Oxford Buildings, там ну, это такой полуретривал, полуклассификационный бенчмарк, там, где класс соответствует тому или иному Оксфордскому колледжу. Важная, значит, оговорка, что мы из этого Landmark датасета мы убрали из него все лендмарки, которые соответствуют Оксфорду и, по-моему, Кембриджу тоже заодно. То есть не то, что как бы он видел оксфордские классы при обучении. Тем не менее, мы видим, что нейросеть выучилась обращать внимание на вещи, типичные именно для поиска похожих, точнее, для поиска одной и той же сцены, и поэтому перформанс нейросети, да, я сейчас не буду вдаваться, как он меряется, но он существенным образом вырос. Если как бы визуализировать, то видно, что на некоторых запросах, как вот здесь вот, где вот есть вот это мельничное колесо, и его надо найти, но там, где оно изображено под очень сильно измененным углом. И вот до обучения эта картинка не находилась, не была в числе ближайших соседей, а после до обучения она появляется. Ну, это еще один пример, где очень сильное изменение масштаба. Вот, наверное, вы не рассмотрите, что там происходит, но там как бы эта исходная сцена, она в датасете есть только на очень на сильно измененном масштабе. И опять-таки эта картинка хорошо находится после дообучения и не находится до обучения. Мы дообучались на этом датасете Landmark, ну, то есть где каждый класс соответствует, например, там, фотографиям, не знаю, Московского Кремля или там фотографиям. Точнее, там скорее будет какая-нибудь башня Московского Кремля, но... Ну, хотя нет, это будет, наверное, скорее это будет запрос Кремлин и, соответственно, или там Москва Кремлин, и, соответственно, будет подобный класс. Окей. Интересно, что происходит, когда мы переобучаем нейросети с одной датасета на другого, и это то, что визуализация, которая происходит в этой статье. Здесь они брали, например, датасет, обученный на ImageNet, брали определенный, значит, определенный канал там, в последнем сверточном слое, канал номер 8. Здесь они, значит, визуализировали позиции, в которых он сильно активирован. Мы видим, что это какой-то нейрон, который соответствует какой-то, значит, собачьей шкуре, что неудивительно, вы начинаете много, значит, об всяких разных собачьих пород. А дальше они переобучали эту нейросеть, дообучали ее на Places датасете, да, который классифицирует разные сцены. И вот, значит, в процессе визуализации они показывали, значит, на каких картинках нейрон активируется сильнее всего.
соответственно, с каким понятием он скоррелирован. Мы видим, как, значит, нейрон, который классифицирует собачью шкуру, плавно перетекает в нейрон, который классифицирует, который реагирует на водопады. Вот, то есть мы видим такую пластичность в, как бы, в нейросети, которая каким-то образом соответствует пластичности в человеческом мозгу. Да, известно, что если там с мозгом что-нибудь происходит, например, там человек, не дай бог, там слепнет, то там его нейроны визуальной коры начинают переориентироваться на распознавание звуков, например. Еще один пример. Так, это, по-моему, то же самое. Можно вопрос? При обратном обучении берется нейрон, который сейчас одну минуту, который, значит, обучался на waterfall, и дальше он превращается опять в какой-то собачий нейрон. Да, в чем вопрос? Ну, вот когда мы говорим про нейрон, мы имеем в виду какой-то пиксель на каком-то из каналов. Здесь мы под нейроном имеем в виду определенный канал. То есть канал номер, например, там 35. То есть у нас после пятого слоя в этом, скажем, в этой нейросети, я не помню, сколько там, допустим, 512 разных каналов. И в целом канал номер 35 сильно активируется на частях изображения, где там изображена собачья морда. А что мы имеем в виду под сильной активацией? Если подставить вот это вот исходное изображение, где там, которое частично закрыто черным, то в пятом слое на 35-м канале будут большие активации, сильно больше нуля. Ну, как это интегрально, да? Ну, нет, просто не интегрально, она как бы просто абсолютные величины на 35-м канале будут большие для данного изображения. А для изображений, которые не содержат собачью морду, они будут маленькие. А после обучения это будет верно для изображений с водопадами. Ну и последняя статья, на которую мы сегодня посмотрим, это статья про, значит, детали до обучения нейросети. Здесь они ставили эксперименты в следующем сеттинге. Брался ImageNet и разбивался на две половинки. В первый там 512 или там 500 классов, во второй 500 классов. Дальше бралась зеленая нейросеть, это нейросеть, обученная на первой половине классов. Фиолетовая нейросеть, это нейросеть, обученная на второй половине классов. А дальше они, значит, брали зеленую нейросеть и пытались ее дообучать на фиолетовые классы, на вторую половину классов. И смотрели, с какой точностью у них получается это сделать. Значит, они при этом варьировали количество слоев, которые они переинициализируют на случайные веса перед дообучением. И также они варьировали бинарный выбор, фиксируем ли мы веса в слоях, которые мы переносим и не переинициализируем, или не фиксируем, или мы их тоже дообучаем. Можно делать и так, и так. Иначе они смотрели, выясняли, как лучше. И пришли к довольно однозначным выводам. Правда, надо быть осторожным, как бы здесь есть, ну, здесь как бы обучение производится в определенном режиме. Во-первых, и там большое количество классов, во-вторых, и там большое количество обучающих данных, то есть не факт, но на самом деле получается, что на самом деле их выводы обобщаются и довольно другие. Сеттинги, так какие, значит, какие результаты они получили? И эти результаты саммаризированы на этом графике. Здесь по оси Y точность классификации получающейся сети на второй половине классов. Да? То есть мы берем, стартуем с нейросети, обученной на первой половине классов, и тестируем на второй половине классов. Это вот 0,625 – это точность, вот эта вот пунктирная линия – это точность нейросети B, которая училась на второй половине классов, и первую половину классов никогда не видела. Теперь тонкая синяя линия – это
Значит, обучение в следующем режиме. Мы берем сеть обычно на первой половине классов, мы ее берем и переинициализируем последние несколько классов. То есть по SIX показано, сколько слоев мы от AlexNet мы сохраняем, а сколько мы переключаем на новое. Так, сейчас, значит, да, извиняюсь, значит, переключаем, значит, смотреть на однокрасные кривые, значит. Итак, значит, что происходит, если мы берем и те слои, которые мы перенесли с первой половины, мы их фиксируем, не даем им дообучаться, а дообучаем только те слои, которые мы переинициализируем в случайные веса. Это соответствует нижней красной линии. Мы видим, что в целом перформанс падает, причем чем больше мы слоев сохраняем, тем сильнее он падает. В целом это неудивительно, да, потому что наши как бы, признаки, они обучились по первой половине классов, и для второй половины классов они подходят не оптимально. А теперь что происходит, если мы их не фиксируем, а мы им разрушаем дообучаться? Потом получаем верхнюю красную линию. Мы видим, что наоборот-таки перформанс увеличивается. То есть почему? Потому что происходит перенос знаний. Да? То есть по сравнению с сетью, которая училась только на втором половине классов, наша, значит, как бы соответствующие верхнему графику, у них больше опыта. Они видели еще какие-то классы в прошлой жизни, которые, возможно, из первой половины, которые, возможно, релевантны, которые, возможно, чем-то похожи на классы, которые попадаются во второй половине. И при дообучении они полностью адаптировались под новые классы, но при этом они как бы стартовали из точки. Начальное приближение было такое, что позволило им даже после оптимизации сохранить какие-то дополнительные знания. И чем больше мы переносим, тем, значит, больше эффект от переноса знаний, чем больше мы переносим. И там, и там мы переносим определенное количество слоев. Но в нижней красной, да, вопрос был, чем верхняя красная линия отличается от нижней красной линии. Так вот, значит, отличаются они тем, что в нижнем случае мы фиксируем перенесенные слои и не даем им дообучаться, и даем дообучаться только переинициализированным слоям, которые мы не переносим. А в верхней красной мы дообучаем и переинициализированные слои, и слои, которые мы перенесли. Да, был вопрос в зуме. Да, но в принципе это практически тот же вопрос. Угу. Ну, у меня, например, возник еще один. А было ли такое, что мы, например, переносим 7 слоев, а из них фиксируем 5? Нет, этого они не делали. Или там частично. Ну, в целом, как бы, то есть их вывод однозначный, фиксировать не надо. И, видимо, всего скорее в этом сеттинге, который вы предлагаете, это будет работать хуже, чем если мы перенесем 7 слоев и ни один из них не зафиксируем. Всего скорее это окажется где-то между верхним красным графиком и нижним красным графиком. Что такое синие графики? Да? Синий график — это интересная штука. Это когда мы делаем то же самое, но мы берем, переносим предыдущий запуск сети, обученные по тем же самым, тоже по второй половине классов. И или фиксируем, или не фиксируем предыдущие слои из предыдущей жизни. То есть мы два раза учим нейросеть на вторую половину классов. Вот оказывается, значит, что если мы переносим без фиксации, но мы получаем плюс-минус тот же самый перформанс. И это как раз эта вот тонкая синяя линия, thin blue line.
Вот, то есть она колеблется максимально близко к пунктирной. А вот эта вот нижняя синяя линия, это что происходит, если мы переносим и фиксируем. И выясняется, что если мы фиксируем что-то между нулем и семеркой, то перформанс падает. Точность падает, и на самом деле понятно почему. Да? То есть у нас, ну мы, грубо говоря, мы перенесли, допустим, первые 5 слоев, а следующие 5 мы инициализируем случайно. И дальше наша нейросеть на самом деле застревает в каком-то локальном минимуме, где она... Ну, то есть у нас первые 5 слоев были обучены под конкретные 6-7 слой. И после случайной инициализации мы не можем найти 6-7 слой, которые хорошо работают на перенесенных 5 слоях. И мы застреваем в каком-то минимуме, где 6-7 слои не оптимально подходят первым 5 слоям. И поскольку мы первые 5 слоев заморозили, то наша точность классификации падает. Если мы перенесем все 7 слоев, то нет проблем. Ну, как бы очевидно. Тут, там, в этом случае мы доучиваем только последний слой, вот, последняя классификация. Там мы находим правильные, значит, правильные веса. По сути, это выпуклая задача. Неудивительно, что мы их находим. Если мы, иначе, замораживаем мало слоев, там 0,1,2, то тоже как бы они, эти первые два слоя, они довольно-таки универсальны, эти признаки. И, в общем, падение качества не происходит. Но если мы, значит, существенное количество слоев замораживаем и перестартуем, то получается хуже. Можно еще раз, чем отличается красная линия от синей? В случае синего мы не используем первые 512 классов, вообще не используем, а мы предобучаем нейросеть один раз на втором наборе классов. Дальше этот запуск нейросети, этот запуск обучения используем, чтобы инициализировать веса в новом запуске нейросети, где мы опять учимся на тех же самых классах. Или фиксируем, или не фиксируем. То есть если мы фиксируем, получается нижняя синяя линия, вот здесь вот, да, вот это, и она хуже, чем пунктирная линия. А если мы используем те же самые лейблы, те же самые лейблы, ну, то есть мы, у нас не получается ничего выиграть, да, то есть перенос сознания не происходит, потому что мы показываем нейросети то же самое. Но то есть интересный феномен, который они обнаружили, это вот это вот застревание, да, то есть, который говорит опять же о том, что фиксировать веса вредно, и, наверное, единственная причина, по которой вы можете захотеть это делать, это если, ну, грубо говоря, чтобы ускорить обучение, чтобы ускорить обучение или чтобы там тратить меньше усилительных ресурсов, да, то есть тогда вы можете, грубо говоря, преднасчитать, там, скажем, веса, не знаю, то есть активации 6-го слоя один раз, то есть один раз прогнав, то есть как это будет стоить как одна эпоха, и после этого на них учиться. Да, вы получите хуже качество, но обучитесь гораздо быстрее, чем если вы будете делать как бы forward-backward propagation через все слои. Возможно, изиалы говорят, что бывает, что все-таки хуже, когда не фиксировать. Возможно, сеть переобучилась, или там, допустим, ты не посмотрел аккуратно на какую-нибудь эволюционную выборку. Может такое быть? Не знаю, я просто тогда делал это автоподбор параметров, то есть у меня где-то параметров было, сколько слоев мне блокировать. Ага. И получилось то, что он там 7-8 слоев заблокировал, после этого в обе стороны было ухудшение качества. Окей. То есть наоборот, 7-8 раз можно последний. Нет, ну то, что блокировать первые несколько слоев обычно не вредно, потому что первые слои, они всегда... Там, на самом деле почти все можно блокировать. А, окей. Блокировать только последний там. Где-то ну, возможно, это были очень похожие задачи или нет? Ну, в целом, да, то есть были породы птиц. А предобучалось необычно эти? Да. Ну, окей. Возможно, все-таки дело в как раз валидации. Ну, в валидации, то есть как именно валидационная ошибка считалась.
там, фиксировалось ли, например, количество итераций обучающих? Ну, фиксировалось, но не все. Нет, ну, опять-таки, возможно, если для каждого сеттинга бралось бы, бралось бы оптимальное количество итераций, то картина была бы другой. Получили лучшее качество. А имеет ли смысл повторять? То есть не получится ли еще лучшее качество, если еще раз сделать то же самое? Там, то есть то, что глобальное линия показывает. Нет, еще раз, если мы учимся на одном, на одних и тех же классах, это синий случай, то на самом деле, то, ну, я думаю, что этот прирост вот здесь вот, он незначимый. Возможно, это просто флуктуация между двумя запусками сетки. То есть прирост большой вот здесь, он, да, который все скорее значимый, который будет повторяемый, если мы будем запускать это все много раз. И он связан с тем, что мы показали все эти дополнительные классы в процессе инициализации. А там, кстати, может быть, интересная идея вернуть потом на первую группу классов, так чередовать. Это кто-нибудь пробовал? Мне кажется, не будет от этого пользы. Польза в том, значит, показываем мы дополнительные данные или нет. Вот. А на самом деле бывает некоторая польза, когда мы, скажем, берем большую архитектуру и там дистиллируем ее в маленькую, там возникает внезапно польза, связанная с, ну, там, оказывается, что этот процесс сам по себе регуляризирует. Внезапно, немножко противоинтуитивно. Но это как бы про один и тот же датасайт и разные архитектуры, а не про разные датасайты. Это, наверное, отдельный разговор, который, наверное, сейчас, который, наверное, у нас, увы, нет времени. Поэтому давайте, наверное, я скажу, что повторю как бы типичный паттерн, да, что у вас есть главное, что вы носите с последней части лекции, да, у вас, как вы используете нейросети, в том числе сверточные, берем новую задачу, находим похожую нейросеть в нашем зоопарке нейросетей, потом дальше врубаем ей голову, подделываем новую голову и дообучаем, и получаем, значит, оптимальный перформанс. Вот, это главный takeaway из сегодняшней лекции, и это то, что вы будете пробовать на семинаре, который начнется, давайте, через 9 минут.